Долгое время поселок Монино был в нашем округе в числе отстающих. Слишком много накопилось проблем. С положением дела лично ознакомился исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Сергей Горелов в ходе рабочей поездки. В частности, он осмотрел помещение, где ранее располагалась местная администрация. Обсудил, как их использовать в связи с реорганизацией властных структур. Часть кабинетов передается библиотеке. Это намечено осуществить в следующем году. Сергей Горелов также передал председателю местного совета ветеранов генерал-майору Алексею Серожиму необходимую для работы общественной организации оргтехнику. Мне сказали, что вам у вас была такая потребность, необходимость в принтере, поэтому вот мы принтер вам такой совет ветеранов дарим от администрации. Сергей Горелов проверил ход ремонта Монинской больницы. Объект был включен в губернаторскую программу, и уже к концу года жители получат практически новое учреждение. Выполнен огромный объем работ. Осталось благоустроить территорию и заменить ограждение. Согласно государственному контракту, в терапевтическом корпусе Монинской больницы полностью замена всех инженерных систем. То есть это ГВС, ХВС, ЦО, вентиляция, электроснабжение, слаботочных систем. И также общестроительная работа. Помимо создания комфортной среды для пациентов, еще одно важнейшее условие полноценной работы больницы – наличие квалифицированных кадров. Сергей Горелов отметил, что в этом вопросе со стороны муниципалитета будет оказана предметная помощь. Также он лично убедился, что и сейчас медучреждение, несмотря на ремонт, продолжает работать. Ни на какое время не прерывался прием пациентов, ни амбулаторных, ни стационарных. Естественно, были перераспределены наши, так сказать, помещения, но тем не менее пациенты принимаются. Пациенты по неотложной помощи, по скорой помощи и амбулаторной. Также пациенты для оказания первичной медико-санитарной помощи. На улице Трудовой в доме номер 2 руководителя муниципалитета интересовал вопрос ремонта подъездов. Представитель управляющей компании заверил, что работы включены в план. В поселке Лесные Поляны был проверен ход работ по обустройству дороги. В этом месяце ее асфальтирование будет завершено. В результате аукционных процедур выявлен победитель СК «Удача». 8 июля запланировано заключение муниципального контракта, и 10 числа планируется вывод первой техники для начала производства работ на данных улицах. Рабочая поездка в Монино завершилась посещением музея военно-воздушных сил. Там, помимо экскурсии, была и деловая часть. Обсуждались вопросы благоустройства территории, размещения здесь новой автобусной остановки. А с представителем волонтеров, которые вместе с сотрудниками музея очень много делают для сохранения экспонатов, обсудили необходимость создания волонтерской общественной организации. Ей в дальнейшем муниципалитет окажет поддержку. По результатам поездки в Монино составлен перечень проблемных вопросов, которые местная власть берет в работу и на контроль. Мы обсудили несколько вопросов, которые в поселке Монино необходимо сделать. Есть и отдельные негативные вопросы, то, что касается несанкционированной торговли. Будем вместе с участковым полицией решать эти вопросы. Надеюсь, что приведем все в надлежащее состояние. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.